слов, по какой причине со слов господина Мухтыбекова была уволена Ангелина Лукас. Что я имею в виду, сейчас узнаете. Рассмотрев вышеуказанное обращение и рапорт главного тренера женской национальной сборной команды по боксу «Алабек», Бюро исполкома Казахстанской Федерации бокса от 3 сентября 2021 года, протокол номер 6, приняло решение об исключении штатной сборной команды Республики Казахстан по боксу Лукас Ангелины. Решение принято на основании правил формирования состава сборных и штатной сборной команды Республики Казахстан по видам спорта от 25 июля 2014 года. Приказ номер 289. Приказ министра культуры и спорта. Исключение Лукас Ангелины за нарушение норм спортивной этики ввиду проявления уважения прав и достоинств других спортсменов. Создание конфликтной ситуации в сборной команде. Угроза кому-либо лицу действий, нарушающих или являющихся вмешательств в ходе спортивных соревнований или УТС, негативно влияющих на репутацию или имидж Республики Казахстан. Что она нас зашугала. Все сидят. Вы зря это сделали, потому что все подошли однобоко. Отвечать нам. Если это зря, то отвечать нам. Не, ну, Багин, ну, голову мы убьем. Не, ну вы же зачем вы так сделали? Вы же не разобрались же. Мы разобрались, мы поняли суть. В чем суть? Если, что, она кого-то пугала? Если, нет, она портила нет. имущество? Раке, если да. мы виноваты, то что ее сняли. Не, ну, Багин, ну, голову мы убьем. Не, ну вы же зачем вы так сделали? Вы же не разобрались же. Мы разобрались, мы поняли суть. В чем если, что, она кого-то пугала? Нет, она портила нет. имущество. Раке, если да. мы виноваты, то что ее сняли, мы будем отвечать. Я лично отвечаю. Нет, на каком основании вы не можете ответить? Все, Баке, я понял. Вот это уже есть основание. Баке, спасибо. Какое-то на руководство.